И привет, друзья, Алексей Бо на связи. Хочу, давно не делал репортаж о нашей стройке. Вот хочу вам показать, как оно продвигается. Последний репортаж был, когда вот уже крышу поставили, поэтому давайте посмотрим. Hello. Вот. Видите, посмотрите, оштукатурено. Вот, посмотрите, типичная комната. Небольшая, специально было сделано, что она небольшая. Видите, все они оштукатурили. Вот, по-моему, сегодня даже завершили. Готовы двери. И пол. Пол сделан. Вот это ванна и туалет такие небольшие. То есть следующий шаг, это будет крыша. Видите, вот стена будет прямо вот здесь, а это будет небольшой. Вот, посмотрите, вот этот метр ширины будет небольшой. Такой балкончик, как бы балкончик такой, чтобы можно было, может быть, здесь будет еще такая, как заборчик, и как решетка заборчик, чтобы можно было выйти и, может быть, постоять, посидеть или поставить свою обувь, чтобы она была как бы защищена от общего прохода. Будут разделительные такие перегородочки, что это был бы такой, как закрытый балкон. И сейчас следующее, что я думаю, это... Давайте я вам покажу более дальний такой. Следующее, что я думаю, видите, три. Они практически одинаковые. Видите, крыша сделана, но вот потолок еще нужно делать. Следующее, что я думаю, как вы должны быть здесь, передняя стенка. Значит, варианты какие здесь есть. Просто обычную стандартную дверь и окно. Либо сделать такую, как широкая дверь, стеклянная дверь, что и то, может быть, имеет смысл, поэтому я сейчас вот так думаю, как оно будет лучше, продумывая. Ну, если у кого-то есть идеи, то пожалуйста. Значит, вода здесь уже проведена. Вода проведена вот с той бочки, которая есть на третьем этаже. Сейчас я вам покажу вот в том уже существующем доме. Вон там на третьем этаже, вон в том месте бочка. Ну, будет добавлена еще одна бочка, и пока что вся вода, вот она проведена. Вот если вы видите, там синяя такая полоса, это вода вот с той бочки. И очень хорошо, потому что напор очень хороший. Я очень доволен. Большая разница. Видите, она на третьем этаже, это первый этаж. Поэтому напор очень хороший. Все практически сделано. То есть следующий шаг это потолок. Это потолок. И начнется уже ложить плитку. Плитку и продумывать уже такие детали. Давайте еще раз вам покажем, как оно выглядит. Вот отсюда. Вот три. Практически одинаковые, ну не практически, а действительно одинаковые комнаты. Видите, вот это firewall, то есть на границе участка, вот эта стена находится на границе участка, и дальше стена будет продолжена вот здесь, но это попозже. Вот такой простой вариант. Три комнаты, специально сделаны они небольшого размера, с тем, чтобы минимизировать затраты, с тем, чтобы это было более дешевый вариант. Те, кто, видите, вот сегодня они сделали, вот похоже, они сегодня сделали вот это, видите, леску, видите, леска натягивается, чтобы ровно все было. И вот это сегодня они сделали. Вот как выглядит ванна и туалет, то есть будущие ванна и туалет, как они выглядят сейчас. И я склоняюсь к тому, чтобы сделать здесь такие стеклянные двери, чтобы больше света, потому что, видите, вот дерево, все-таки света, потому что нет окон, только передняя дверь, правильно? То есть света, ну, не так много, скажем. Не так много сюда проходит. Значит, как будет расстановка здесь? Вот здесь будет кровать вот такая. В принципе, кровать можно поставить еще и вот так. То есть и две опции. Либо вот так, либо вот так. Если вот так, это то, что такая стандартная. Ну и так тоже стандартная. Вот. То есть небольшая, но вот в этом кусочке, видите, будет такой небольшой столик и полки.
и вниз можно, чтобы положить там свою там сумку, вещи, вот когда приехали, чтобы это все, или шкаф, вот здесь просто можно сделать такой шкаф, чтобы все вещи можно было сюда поставить, и здесь было такое свободное, только кровать и небольшой столик. Ну и вот и балкон, вот так вышел на балкон, так можно постоять. Давайте посмотрим, вот как оно выглядит. Манговое дерево, поэтому у нас называется манго, манго панлау, манго три, манго, манго хаус, потому что, видите, очень большое манговое дерево. Сегодня или вчера меня спрашивали, а где же, почему называется манго? А где же манго? Я говорю, вот, посмотрите, манго. Ну, видите, сейчас все закрыто, потому что всякими этими самыми строительными приспособлениями, но вот манго, оно действительно такое. Ну, я самое большое на острове, а то и на всем Бохоле, во всей провинции здесь. Ну, действительно широкое, большое дерево. Вот, друзья, вот красивый сегодня будет закат. Мы пойдем на пляж смотреть закат. Вот, друзья, как оно выглядит. Такие новости. Видите, они подметают в конце рабочего дня. Сейчас через 5 минут заканчивается работа. По-моему, нормально получается. Мне нравится. Видите, у нас здесь такая огородка. Заборчик появился. Вот, цветы, видите, цветы даже, которые расцвели, видите, это те цветы, которые привязываются, это не из этого дерева, они привязываются и растут, вот видите, начали цвести, и там наши собачки, видите, мы сделали такой забор, чтобы собаки не убегали, потому что они иногда имеют, Вот видите, вон та труба, это вот с бочки, вот прямо идет, снабжает вот этот новый дом. Вот так это все выглядит, друзья, по-моему, нормально. Так что скоро у нас будет пополнение, 3 новых комнаты, если все будет в порядке. Конечно, еще такая отделка будет, отделка, плитка, но я думаю, что все будет у нас в порядке. Ну, друзья, это был Алекс Сибу. Новости с нашей стройки. Всего хорошего. До связи.